bend you like it's on a shit. I don't give a fuck unless you're talking with the money clips. Хорошо, тогда будет рум-тур. Рум-тур без музыки. Так, с чего начнем? Рум-тур без музыки. Да я думаю... О, можешь на телефоне включить? С чего начать? Ну, у нас тут не очень много комнат. Не себя. Так, давайте начнем с выхода. Ой, мне какую-то ошибку написал. Так, смотрите. Или вход. Выход и вход. Короче, вот такой вот у нас вход. И, значит, слева или справа, слева, получается, от нас, у нас находится вот такая замечательная кухня. Вот. Когда в номере в отеле есть у тебя кухня. Кухня. Реальная кухня. Тут даже, прикиньте, что есть. Тут даже и стиралка есть. Представляете? Тут приборчики есть. Тут есть сковородка. Тут есть кастрюля. Ну, и что мы готовили. У меня, наверное, лагает холодильник, а в холодильнике сосиски, масло какое-то, джем и сыр. Это привезённый из Москвы. Yes. Мы пока этим попитались немножко. Вот, микроволновка. Тут это не надо. Открывается. Тут какие-то еще дополнительные тарелки под суп, под салат, дуршлаг. Тут тоже тарелки. И там тоже тарелки, короче. Тут кружки, тут сэндвичница, кофе. Алис, включи музыку. О, нет. Вот, тут это просто вода. Ладно. Это кофе, вот это чайник. Кофе, кофе. Кейсы, ставки на спорт, слоты, бешеные иксы. Все это на сайте Apex. Тут приходят еще, типа, моют посуду. Тут мусорка какая-то небольшая. Ну и все получается. Все, что еще надо? Это кухня. И вот печь. Вот, что дальше у нас? Ну, справа элементарно. Ничего такого. Тут просто мама уже тут походила, и я тут походила уже. И помылись мы по чуть-чуть. А тут, да, ванна, собственно. Мне еще тут нравится, что тут неограниченное количество этого... средства, короче. Что тут с шампунем и гелями, что здесь. Вот. Щеточки, полотенце для лица, это shaving kit, это, наверное, бритва какая-то. Для бритья, наверное. Чего вы смеетесь? Чего? Полотенце, туалет. Вот так вот. Ну, короче, тут мило, так по-новому все. Все такое прям новое-новое. Тут сейф, шкафы, фен, тапочки, этот утюг. Ну и вот уже номер, собственно. Тут рабочее такое место. Даже вплоть до этой зеркала покраситься там бум-бум-бум. Тут у нас эти вещи какие-то. И, собственно, вот так вот. Как-то так. Ну, достаточно простенько. Да, вот, да, однокомнатная. Ну, ничего страшного. Я хотела двойную, типа, чтобы у нас две комнаты было, но это дорого было. То есть этот номер стоил 220 тысяч на 2 недели около моря. Ну, прям тут сразу один шаг сделал, сразу частный пляж. Вот. И... А там было типа 300 суммы. Короче, тут вот такое вот место, чтобы почелобасить. Ла-ла-ла. Вот так вот. Красиво тут очень. Вот. Что-то дороговато? Нет, не дороговато. Это пальм Джумейра. Это пальм Джумейра. Что-то видок такой себе, да? Ну, блин, ребят, я не из-за вида здесь. Тут лампочка такая. Ой. Чикс. Чикс. Вот так вот, короче. Ну, тут нечего особо показывать, но мне безумно нравится здесь, потому что тут есть, собственно, вот эта кухня. Блядь! Семизвездочным? Нет. Тут 3 в 1. Что 3 в 1? Типа и удобно то, что тут сразу бассейн есть и пляж. Вот. Кухня! А именно пляж надо? Да, ей именно нужен пляж, чтобы загорать и купаться в воде. Вот она в 7 утра будет выходить, купаться там 2-3 часа. Ей нужна именно соленая вода. Теплая, очень теплая вода. Вот. Номер стоит своих денег. Да, он прям такой новый. Я, правда, кроме номера, коридора и ресепшена нигде не была, но он такой прям новый, в нем приятно ходиться. Не то, что тот, в котором мы были с Вадей, с ребятами тогда вот на Новом году. Тот прям старый был. Он, я не знаю, я загуглила, он, короче, с 2010 года или с 2007 вообще. Ну, это очень старый отель. А это с 2019, 2017. Ну, короче, это недавно.
давнишний отель. Вот, и он прям, ну, сюда заходишь, приятно, да, находиться довольно. То есть тут все такое новое. А почему апарты? Это апарты считаются. Это апарты. Это считается апарты. Стрим из бассейна будет с мамой. У меня мама очень стесняется.